Кого вы хотите увидеть сегодня? Вы сами по ней участвуете, нет? Нет. Слишком по-рокерски выглядите. Нет, нет. Кто-то уже запутался из выступающих? Мы поздно приехали, но помните, что сказал Александр, стоя на сцене? Что впереди все самое интересное. Я уверен, что наши исполнители вас не разочаруют. Представьте мне свою подругу. Это сестра. Сестра! Дина. Сестра Дина. Здравствуйте, сестра Дина. Поделитесь впечатлениями сегодняшнего фестиваля. Я вообще люблю рок-музыку. Очень да, но самое интересное то, что это многожанровый фестиваль. Мне сказали, как вы представьте, пожалуйста. Марина сказала, ваша сестра Марина сказала, что вы приехали достаточно поздно и уже наверняка проглядели интересный дуэт. Dream Sound, они выступали с разными необычными инструментами. Гипнотическая музыка сегодня звучала. Но все далее, видите, уже на сцене появился очередной коллектив. Давайте пожелаем им удачи. Конечно. Желаем удачи. Да, сегодня, ребята, я пока не буду их представлять для вас, потому что сделаю это чуть позже, но ребята пообещали, что сегодня будут исполнять каверы группы «Король и Шут». Да! Да, это такой небольшой спойлер сегодня для вас. Но представляете, сколько всего предстоит услышать? Да, несомненно. Алису? Алису? Но может быть кто-то из следующих коллективов знаком с творчеством Алисы, а может быть и нет. Мы не знаем, но все. Держим руку на пульсе. А могу ли я считать вас своими преданными поклонниками? Да, могу, потому что почему? Потому что мы наблюдали за тем, как устанавливалась аппаратура, как артисты въезжали на шатный парк, да, как парковали машины. И вы пришли же сюда утром, вам еще сказали, женщины, пожалуйста, не сейчас, чуть позже, через полчаса начнем. Но вы сказали, нет, мы будем стоять до конца. Но вы сегодня с нами до конца, в полночь. Карета не превратится в трико. Потом, представляете, пустую туфельку потеряете, и будет принц искать. Кстати, давайте знакомиться, представьтесь, пожалуйста. Юрия. Из Елова. Это фамилия или населенный пункт? Я подумал, Юлия из Елова. Ну что, Юлия из Елова? Будем зажигать. А вы сегодня приехали специально для этого мероприятия? Мы приехали специально, мы ожидали. Вчера. А в Елова нет такой поговорки? Чем меньше народа, тем больше кислорода. Вот это где такая поговорка? Ощущения у вас от фестиваля положительные, я вижу по улыбкам. Очень даже. Мы не ожидали. У нас куча группы. Действительно здорово, тем более Шатный парк предоставили нам такую замечательную площадку, вот они радовали слушателей. Давайте познакомимся еще с одним зрителем. Здравствуйте. Давайте я к вам. А вы ко мне. Ну что, поделитесь впечатлением. Сначала подумали, что мы попали на какой-то между собой среди музыкантов. Как было неудобно, потом все перенес в чужом пансе, но точно думаем, в чужую компанию, в чужой компании это делать, да? Нет, очень приятно, очень позитивно. Я первый раз. 1, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4, 5. Один, два. Но мы не упустили возможность собрать бутылку шампанского. Они только забрали, мы уже спили. И наверняка не одну. Раз, два, три. Раз, два, три. Вы сегодня планируете одну приехать? Сегодня ночью. Вы не остаетесь. И даже не будете на внимание. Спасибо, спасибо. Теперь они точно никуда не уедут. Ну теперь мы остаемся. Да, спасибо нашим зрителям, господа. Давайте поаплодируем самим себе. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что танцуете. Развлекайтесь. Сегодня все для вас. Это музыка. Это прямые и упрямые ребята. Они собрались год назад, играют в основном панк-рок, но у них есть и лирические темы. Тексты и музыку они пишут сами, также играют и каверы. Сегодня они тоже обещали исполнить каверы. Помните, я говорил? Группы «Король и Шут». Занимается в репетиционной точке филармоника. Стекается туда прямыми путями со всей окружности из
Чернушки, Куиды, Зверева. И Чернушки. Это же как раз у нас есть гости, да? А, нет, из другого населенного пункта. В этом году они стали лауреатами фестиваля авторской песни «Никольский» в городе Нефтекамск. Исполняют не только каверы, но и песни собственного сочинения. Вокал автор текстов Рустам Гельмьянов шарит в роке, варит металл, нерегулярно ломает ноги, слава богу себе, пишет остросоциальные тексты, потом эти тексты раз, два, в сих пор скругляют углы. Вокал автор текстов бас-гитара Алексей Глухов днем наваливает вам новости на радио, сейчас он пришел навалить вам своих песен и басов, любит поспать, чтобы во сне напилить музыкальные партии. Иван, ну, это они сами о себе придумали, ребята, я уверен. Иван Маринин, гитарист-программист, в душе программист. Если надо погромче, просите сразу. Ударный Артем Горшков любит рок-фестивали и барабаны. И если где-то неподалеку проходит сейшн, есть барабаны, там очень быстро появляется и Артем. Расплывается Артем в довольной улыбке, если говорить ему: «Ты лучший! Ты лучший!» Ребят, мне не видно было лицо Артема. Еще раз можно продемонстрировать? Ты лучший! Ты лучший! Оказывается, я Артема сегодня много раз встречал. Я думал, что за мужчина ходит, улыбается, вот такая загадочная улыбка. Это Артем! Очень приятно познакомиться с ребятами. И это еще не все. У ребят небольшие планы, на самом деле грандиозные. Покорить все города России и уйти, как они считают, на незаслуженный отдых. Рок-группа «Хорда». Ребята, если вы готовы в ближайшее раз, время два. Начинать. Один, два. Да. Готовы? Да. Давайте я тогда вас более пафосно объявлю. Вот в моем представлении более пафосно как. Рок-группа «Хорда». Не понял.
не будем унывать, мы будем жечь мосты. По понятиям суровым я в стране навек прикован. Только это все не важно, ведь со мною ты. Говорят, пора учиться, надо бы остепениться. Только это все не нужно мне до сих пор. Я хочу, чтоб продолжалась наша жизнь без промедления, чтобы не было уныния и серой тоски. Пусть нас загоняют в угол, закрывая рты закона. Мы не будем унывать, мы будем жечь мосты. По понятиям суровым я в стране навек прикован. Только это все не важно, ведь со мною ты. Ты будешь здесь навсегда, потеря!
Далее тоже наша песня «Взрыв». Каверов. И песня у нас «Не беда». Уже? Готовы? Нет. Еще? Все. Это максимум. И да, к нам. Еще больше не можно сделать, это максимум. А, Костя далеко? Где-то по улице. Готовы? Все. Иван. Не беда, подожди, что у меня, что не знаю.
пойму, что лишь я остался как в плену. Это не беда, но я иду туда, что не озираюсь только. Теперь будет еще и король и шут. Все, кто знает, подпевайте. Фальстарт еще раз. По ночному парку Рыбу дикого туда повстречал каталогу. Обратился парень ей: вот что знать хочу я. Только мне осталось дней, как скажи, умру я. И упаду как на снег, и старуха парню сказала сквозь хриплый смех: есть ради несчастный балет. Каким ужасно я дома с ножом в руке. Руки потирая, что ты хочешь мне сказать? Я не понимаю. И блеснул во мраке нож, и настал закон, как прямо сейчас и прямо здесь будет тебя плохо. И упал ты как на снег, и старуха парню сказала сквозь хриплый смех: весь дроби несчастный балет. Таким ужасная дама с ножом в руке.
Ну и еще из их же репертуара. Добрый вечер. Нам сегодня в гости опять новый человек пришел. Да ладно, ну хоть то. Вступил готов? Меня. Сейчас, Женя пойдет. Вступил бродяга на крыльцо и постучался в дверь. Гостями рад, сказал старик, ну, парень, пни мне. Ты будешь сыт и отдохнешь у деда на печи. А что, дед, ты это врешь? Ну, милый, не взвещил. Бродяга сел на жесткий стул, четвертый день в пути. Дед со мною, не шути, согрей и приюти. Не смею гостю отказать, что хочешь, то проси. А лучше в погреб полезать, картошки принеси. Тяжело, сказал он парню цвет. Закрылась дверь, и в тот же миг расхохотался дверь. Очнувшись в погребе стыдом, бродяга застонал. А пол гранитной головой последний жил упал. Комнате тепло, уют, отсюда чистота. Ooh!
Спасибо! Спасибо. Дабы не отбирать слово у нашего ведущего, я его просто приглашу. Конференсье Владимир Богомолов, друзья. А с вами работал, ну, Володя сейчас все скажет. Нет, на самом деле мне ребята обещали, что последнюю песню они исполнят вместе со следующим коллективом. Да? Ну ладно, уже перестановки какие-то. Ребята, рок-группа Корда награждается дипломом за участие в нашем первом фестивале музыки и экстремальных развлечений. Спасибо вам большое. Вы сегодня, кстати, очень классно поработали. Нам понравилось. Спрашивали они, когда уже еще будут выступать? Мы сказали, да, когда-то. Но, вы знаете, я не представил вашу участницу. Алена. Буквально вот сегодня вы ее где-то... Где-то нашли. Алена, ну, нам все понравилось. Спасибо. Мы вам аплодируем. Да, давайте, друзья, поддержим.